Приветствую всех, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, дорогие молитвенники, ходатай. У меня маленькое объявление. Сегодня, к сожалению, не получится помолиться у меня с вами онлайн по очень уважительным причинам. Но я надеюсь, что вы будете стоять на страже. Пусть Дух Святой вас наполняет, ведет, благословит, хранит. Все мобильных Божьих благословений. С Богом.